ну, так случилось, ко мне зашли ребята, Саша и Сережа, предложили сделать фотостудию. Вот. Ну, поскольку я этим делом занимался, когда-то был много лет директором телекомпании СТВ, вот решили сделать студию. Вот она появилась. Сейчас можете ее поснимать, поглядеть. Достаточно. Мы там, конечно, не покупали какие-то прям все супер крутое, но в принципе все вполне достойное. И большой выбор осветительного оборудования и возможности по высоте. Тут почти 4 метра все-таки, ну, для студии нормально. И площадь 50 метров. Ну, конечно, невеликая, но вполне нормальная для работы студия. Сейчас это пробное было. Я перед камерой никогда не работал. Наоборот. Для меня это в дикость. Наоборот. Да, я наоборот в дырочку смотрю. Ну, понятно. Здесь оборудование предназначено для студийной съемки. Разные схемы можно использовать, что от одного софита и также до четырех. Есть потолочная конструкция, которая тоже позволяет поднимать, опускать также эти софиты.